Ученые из Бостонского университета выяснили, регулярный прием витамина D может снизить риск смерти при COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE. По словам ученых, достаточное количество витамина в организме может предупредить такое явление, как цитокиновый шторм. То есть это бурный всплеск, резкое повышение уровня провоспалительных цитокинов. Да, это примерно то же самое течение такого же заболевания, как испанка. И, соответственно, организм, как бы он не справлялся с этим вот большим, высоким уровнем цитокинов, и таким образом как бы развивались осложнения, которые приводили в большинстве случаев к летальным исходам. Тем не менее, точный механизм воздействия витамина D на протекание заболевания пока не изучен. Предположительно, витамин D действует наоборот, и оказывает такое некое иммуносупрессивное действие. То есть он, наоборот, способствует снижению выработки цитокинов, да, то есть медиаторов воспаления. Таким образом, как бы снижает риск развития серьезных осложнений тяжелого течения. Витамин D вырабатывается в коже под действием ультрафиолета, то есть солнечных лучей. Также он содержится в жирных сортах рыбы, яичных желтках, грибах и молоке. И надо помнить, да, о том, что все-таки витамин D – это жирорастворимый витамин, и он будет накапливаться в организме, а переизбыток его тоже к добру не приводит. Оптимальный уровень витамина D в организме индивидуален, поэтому перед приемом витамина необходима консультация с врачом. Диана Желенкова, Универньюз.